Всего в государственном предприятии «Кыргызской мир» трудятся более 1100 сотрудников. Один из них – Адилец Сардалбеков. Он занимается перевозкой твердого топлива, добываемой в угольных карьерах. Работает водителем грузовой машины более 6 лет. С наступлением холодов работа у него прибавилась. Трудимся без устали. Работа тяжелая и нагрузка большая. Загружаем твердое топливо с 8 утра и до 7 вечера. Также мы занимаемся очисткой земной коры и расчисткой дороги. Отгрузка и отправка угля началась в августе. За всем процессом работы наблюдают сотрудники. Сейчас работа в карьере кипит. Отправляем добытый уголь на ТЭЦ города Бишкек. В день загружаем твердым топливом 180 грузовых машин. Чтобы добыть 1 тонну угля, горняки прикладывают больше усилий по расчистке земли. За один день шахтеры наполняют 300 кузовов грузовой машины черным золотом. А следом транспорт едет дальше по регионам и в столицу Бишкек, где отгружают уголь. Загружаю черное золото в КАМАЗ. Дальше продаю уголь за 4700 сомов. Предприятие «Кыргызской мир» в осенне-зимний период запланировало добычу угля на 3 миллиона тонны. Из них более 1 миллиона тонны приходится на долю Бишкекской ТЭЦ. Часть добытой руды передается населению. На сегодняшний день доставлено 420 тысяч тонн в Бишкекскую теплоэлектроцентраль, а населению более 1 миллиона. Мы постоянно работаем с большим потоком посетителей. Сейчас имеется около 150 тысяч тонн готового угля, который мы продаем жителям. Государственное предприятие «Кыргызской мир» с осени прошлого года приступило к добыче твердого топлива на карьере «Акулак» на руднике «Минкуш». Площадь составляет более 600 гектаров, запасы около 60 миллионов тонн. Добыча угля должна начаться в этом году. Салима Дюшимбекова, Кмышбек Куттубеков, СТВ, Нарынская область.